Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Diablo 3 за охотника на демонов. Так, мы уже тут в третьем акте, у нас задание надо найти второй уровень нижних этажей крепости. Нам тут уже на карте демоны мигают. Демоны внутри крепости! Они лезут из подземелий! К оружию! К оружию! Что за кипиш, ребята? Сейчас все сделаем. Так, вот и они. Привет, ребятушки. Так, этих убили. Давайте так все тут проштудируем. Так, тут вроде ничего, я не знаю. Давайте сюда наверх пойдем посмотрим. Вот твоя смерть! Все, четко разобрались. Так, а тут никого. Так, а тут мы выйдем. Ага, выйдем, да, смотрите. Оп. И сюда. Сейчас используются только верхние этажи крепости. Под ними кроются тайные проходы и бесконечные коридоры, в которых легко заблудиться. Да, спасибо за информацию. Это что за херня? Наконец-то! Достойный противник! Ты зараза. Слишком мало ненависти. Спатоньки, малыш. Вот наглые морды. Так, какая-то херня. Так, хорошо. Ух ты, как это? Тут что-то какая-то призма. Что это? О, для храмовника. 51 уровень. Давайте посмотрим. 17. Ого. Так, 1872. Это 2. Мне не помешает. Я согласен. Круто. Поднялся у него сразу урончик. Пожиратели душ — это бич всех живых, порождение безграничного зла из самых глубин преисподней. Быстрые и подвижные пожиратели стремительно притягиваются к своей жертве с помощью длинного языка. Для этого нужно больше ненависти. После чего запрыгивают на нее. И тогда пожирателя уже невозможно остановить. Зверь приступает к кровавому пиршеству. Так, кровавому пиршеству. Тут все спокойно пока что. Ой-ой-ой. Я слабею. Хватает ненависти. Так, этого убили. Все, разобрались с врагами. Ну, довольно было так щепетильно моментами, да? Но мы выжили. Так. О, появился наш малыш. Так, надо глянуть, а тут что у нас? Слишком мало ненависти. Чё там так долго? Хватает ненависти. Все, Бобик сдох.
Так, я вот думаю, куда лучше тут идти, а? Давайте посмотрим, что тут. Чтоб знать уже наверняка, что нам как двигаться дальше. Вас выдает страх! Для этого нужно больше ненависти. Это шустрые ребята. Ай, хорош. Достойный противник! Достойная победа! Да что ты? Ого, какая-то тут туша лежала. Мои прислужники. Людишки надеются укрыться за своими жалкими стенами. Не хватает ненависти. Но они не видели и толики нашей мощи. Мы обрушим на них все силы преисподней. Девчонка еще слаба, а их герой даже не заподозрит, что мы можем напасть снизу. Как страшно. Напустите на них ненасытного зверя. Куча трупов осталось только. Так. Наши враги сильны, но мы не сдадимся. Я ранен. Ой, блядь. Тихо. Это я чуть не попал по Пандор. Слишком мало ненависти. Фу, еле-еле прям. Это было жестко, конечно. Но мы справились. Какая толпа. Фу. Так, давайте посмотрим по карте. Да, все правильно. Ничего не пропустил. Для этого нужно больше ненависти. О, всех взорвал, молодец. Так, а тут что у нас? Тут ничего. Я думаю, где-то уже переход на второй уровень должен быть. Уже близко. Слишком мало ненависти. Все еще в меня стреляют. Тут уже прямо слава этой выпрыгивают, уроды.
этого нужно больше ненависти. Так, отлично. О, сундучело. Ёлки, здоровый этот уровень, я вам скажу. До свидания. Одни щепки только полетели. Так, это же тут. Понял. Так, я думаю, надо идти на вниз. Там кусок остался карты, не хочу оставлять. Поэтому вижу, что дальше это туда надо будет идти. Так, тут что у нас? Быстро. Ой, тут дорога какая-то есть. Ага. Так, уровень еще не поднимался, но куча всякой херни попадала. Давайте глянем, что тут хоть. Пояс, нет. Ух ты, крыльцо лучше, чем ее. А, лучше, чем то, ну это понятно. О, надо сейчас, кстати, перемерить. Так, малыш, что там у тебя по предметам? 176, здесь копье 229. А ну-ка, давайте глянем. Ух, мне это пригодится. Красота. Согласен. Так, давайте дальше. Вам встречу у нас тут. Во всем мире не осталось безопасного уголка. Да прям-таки во всем мире. Сказочник. Не хватает ненависти. Ты откуда взял? О, камушек. Хорошо. Так, зачистили эту территорию. Все такие толпы, блин. Да, эффективный, конечно, этот спешл, блин. Так, где же уже второй уровень, честно? Я уже, блин, тут столько брожу, блин, что просто капец. Где-то здесь, да? Наверное.
ничего нет, что самое важное. Ни хера не падает ниоткуда. И тут ни хера нет, у них даже копеечки не упало. Литейная какая-то прям. Так, а что я тут не был? По-моему, был, просто дверь не заметил эту. О, вот он уже следующий уровень. Эти уже гренадеры тут со мной ходят. У, вот он и портал. Ну что ж, давайте на второй уровень. Да, найти брешь на нижних этажах крепости. Это мы можем. Силы зла окружили цитадель. Мы должны защитить невинных. Это было только начало. Для этого нужно больше ненависти. Так, больше. Ого, это что такое? Ого. Взорвал меня, сучка. Надо аккуратно с этими толстыми бегунами. Ого, тихо там. Тьма ждет. Так, справились, да? Тут ничего, а тут что у нас? Что-то очень идентичный, кстати, уровень. На правое дело! Гул, возвещающий о приближении демонов-сотрясателей, можно услышать издалека. Эти тяжелые чудища неспешно идут вперед, содрогая землю своими массивными кулаками. Под разрушительными ударами сотрясателей пало множество укреплений и несметное число противников. Уповаю на то, что эти демоны никогда больше не проникнут в наш мир. Так, мы пропустили на карте кусочек. Я не знаю, есть смысл туда идти, нет. Сейчас глянем. Слишком мало ненависти. Все, наконец-то. Боже, какое здесь копище было этих бандюганов. Так, а тут что? Вот этот мост, значит, да. Ну, давайте пока вверх пойдем, посмотрим, что там наверху. Так, и глянем, что у меня тут я понаходил. Двуручная. Я смогу так? Ух ты, если смогу. Мы не защитим эту крепость, то она скоро падет. 12. Шузики похуже будут. Ну вот у меня арбалет. Так, давайте да наверх, сейчас глянем, что там. Что-то главари здесь не встречаются, я вам скажу. Очень странно, не вижу их пока.
когда нету боссов. Ой, там, смотрите, забыл эти вот. О, видите? Не зря вернулся. Чуйка была. Так. Деньги, в принципе, пригодятся. И все, все, можем возвращаться. Открыли тут всю эту территорию. Мне интересно, этот Азмодан, кого на меня наслал там. Каких-то чепушил, блин. Мне уже хочется встретиться с ними. Так, вот здесь уже сыпется снег, вот и брешь это, я так понял. О, ребята, вы откуда? И куда? Так, надо глянуть, как бы тут лучше идти вперед или в сторону. Живучие уроды. Опять дверь, ёптель. Понял. Сейчас сюда вернемся, пойдем сейчас пока наверх глянем, что там. Ух, с этого камня сыпется, ну это, бля, жесть. Я только за это говорю. Меня ранили. О, это, конечно. Не хватает ненависти. Мне нужна помощь, чувак. Силы вернулись ко мне. Убил, боже. Случилось чудо. Ой, какой-то там лук взял. Взорвали этого чувака. Тут так рассыпался на запчасти. Ого. Еще главари. Старайся ярче. Готовься к долгой битве. Ты смотри, как они тут стреляют. Заслуженная смерть! Так. Хорошо. Давайте глянем, что мы взяли. Какой-то лук. Ух ты, какой лук шикарный, я вам скажу. И урон 13. Чуть не намного больше, но... Но больше. Так, с этим понятно, что по умениям. Охота под прикрытием. Град. Так, попробуем это. Бросок. Говно. Так. А тут что у нас? Это катапульта. Да, чуть поменяли мы тут умение, но я думаю, оно будет неплохо сейчас. Для разнообразия, там будет видно.
ты какой сундук здоровый. Ага, я пошел, получается, даже. За свою жизнь мне довелось достаточно хорошо изучить непростую историю варваров. Однако происхождение этих рослых, могучих воинов до сих пор остается неясным. По легенде, они являются потомками древнего Вулкатоса, который воплощал собой силу, мужество и отвагу. Так, что упали? У, капцы хороши. Берем. Ух ты, какой-то шлемоз, но урон хуже. 625. Думаю, будет получше. Замечательно. Только не знаю, зачем лучнику ловкость попадается в щитах. Это, конечно, такой бред сумасшедшего, я скажу. Так. Чувствую, я уже где-то близко к цели. Ух ты, что-то сыпется. Там кто-то ходит, как конь. Слышите, что там творится? Полная жопа. О, наконец-то капуста какая-то все мертвы. Такой крик, блин, дикий просто. Сундук мог бы здесь, кстати, быть. Хорошо. Ух ты, еще какой-то лук упал. Ну что такое? Ух, ёб твою за ногу. Вот это да. 13 800 с чем-то, да? Фу, 16. Да, вот. И смотрите, камушек какой уже упал. Отличный. Да, вот уже чувствуется уже. Хорошая вещь. Всегда хотел с таким сразиться. Ой-ой-ой-ой. Этих нельзя отпускать. Ну что ж, довольно быстро все закончилось. Заодно проверим вот эту вот. Ингредиент запчасти доспеха. Так, надо глянуть, что там выпало. Подождите, тулупка говнистая. Здесь холоднее, чем снаружи. Что ты говоришь? Потому что вон тут дырка, блядь. Вы опоздали. Мой слуга уже проник в крепость. Его ничем не утолить. Он пожрет и тебя, и твоих друзей.
слышали уже, что такое. Найти кладовую бастиона. Найдем. Ух ты, сколько трупов тут. Так. Кладовая бастиона. Ну-ну. О, где этот малыш? Даже не думай убежать мне здесь. Фу, успел, блин, ёб твою мать. Сколько можно уже, а? Терроризировать меня. О, куча всего насыпалась, тут, пока я бегал за ним. Ты везде накидал тут все. Теперь надо срочно посмотреть, что я там нашел. А вот я нашел какую-то тулубу. Оп. Хуже, чем моя. Железное сердце. Ух ты, что ты говоришь? Так, это все хуже, чем моя. Ух ты, а штанцы-то получше уже будут. Это нехорошо. Надо эти камни вынимать уже. Получается. А колечко что у нас? Ага. Кстати, что там у него по кольцам? Давайте глянем хоть. 25 ксей. Спасибо. 2500. Достойный выбор. Кто бы мог подумать? Так, у меня уже переполнено. Давайте, наверное, телепортнемся. Так, быстренько все сдаем кузнецу. Привет, чувак. Эти камни надо повынимать. И то срочно. Я бы спросил, в порядке ли ты, но я и так знаю, что... Так. Это даже засады не назовешь. Вот помнишь тот случай с варварами 30 лет назад? Так, все. Если бы здесь сделать, конечно, дырочку. Ого. Я сумела с ним договориться. Карма до сих пор иногда посылает. Это было бы неплохо. Он самый милый из похитителей, который мне встречает. Давайте посмотрим, что мне это будет стоить. 4 скорости атаки, а? Вижу, тебя ждет встреча с ужасным, мерзким, жирным и склизким демоном. А еще звезды предрекают тебе удачу в любви. Я тоже думаю, что тебе стоит найти себе кого-нибудь. Любой, кто станет мне близок, подвергнется опасности. Это бессмысленно, разве ты не понимаешь?
Поверь мне, гораздо приятнее спасать мир, когда дома кто-то ждет твоего возвращения. А вот и гнездо. Все то, что нам и нужно было доказать. 16, 18. Все. Что там еще хочешь сказать? Тьма сгущается. Демон. Понял. Тьма сгущается. Я запомню это. Так, давай-ка сюда. Да, зеленые камни тут реально на вес золота. Так, это мы сейчас разбираемся. Так, все обратно в портал. Так, дойдем до следующего портала. Я думаю, можно будет заканчивать это видео, но пока что я портал не вижу. Мне все это. Ты какой херевший, блин. О, тихо там. Разбушевался. Ну. Нужно подождать. Не мог даже перекувырнуться, кстати. Меня там что-то так застопорило. Так, я вижу, сундук там сбоку забегал. Перед глазами. Оп. Дома тебя ждет семья. Угу. Эти твари убили мою семью. Говно. Выжил только я один. Они Альянс верломства. За всю причиненную боль. Так, двуручное оружие. Да, некуда его всандалить. Так, с трупака ничего не упало, как всегда. О, нам уже показывают, куда идти надо. Это была битва. И кровищем немерено. О. Все. Кладовая. Ой, ну тут нормально, уже хоть чуть прошли. Кладовая. Так подождите, я думаю, что в кладовой там должен быть этот хрен, блин. Точно. Давайте идем в кладовую. Пить хома в кладовой. А вот и Клома. Убийца владыки, что ты говоришь? Ого, вот это его распослало. Чувак, ты ушел в порыве гнева. Бля, я еще так быстро главаря не убивал. Самый крупный из приближенных Асмодана. У него по меньшей мере 4 рта. Несмотря на то, что Человеческие узники запаниковали. Видимо, они заметили, что им приносят мясо только тогда, когда кого-то из них перед этим выволокли из камеры. Так не пойдет. Забейте тех, кто морит себя голодом, и скормите их другим пленникам. А когда они набьют животы, наступит время моей трапезы. Thank you.
Вот и все. Убили этого дятла, можно возвращаться домой. Вернуться в главную башню. С удовольствием. Пора возвращаться. Бессмысленная победа над жалким противником. Вы лишь отсрочили свое неизбежное поражение. Ваши стены все так же слабы. Ничто не остановит наш штурм. Камень все равно будет моим. Дикий хрендель. Так, а этот что хочет? Поговорить. Что ты делаешь со своей бутылкой? Ну хорошо. У всех на. Да, поговорили. Тираэль отправился в оружейную бастион. Понял. Тираэль отправился. Так, что-то хочет этот мне рассказать? О нет. Я видел, ты не. Да, этот еврейчик любит поболтать. И это хочет что-то сказать. Тебе нужно немного. У меня. Я... Тут даже этот хочет. Много времени прошло с тех пор, как мы покинули новый Тристрам. Кто бы мог подумать, что мы окажемся здесь? Шанс. Так, все в сундук несем. Шапос. Так, все. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.